Приветствую вас, Максим. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Начать, пожалуй, я бы хотел с того, что вы молодец, вы весьма зрело поступаете в этой непростой ситуации. Вот, вы стараетесь очень по-взрослому, очень по-взрослому проживать трудности. И это не может не вызывать восхищения, конечно. Поэтому то, какие чувства вызываете у меня вы, это восхищение. С одной стороны. С одной стороны. Вы вызываете у меня восхищение. Вот. Но с другой стороны, вот с другой стороны. Если можно так вот сказать, то я чувствую, что вы находитесь как будто бы в зависимости от девушки. Ну, от девушки вот этой вот, которую описываете. И мне кажется, что пытаясь ей помочь, вы чересчур впадаете от нее в зависимость, что уже не очень хорошо, как мне кажется, конечно. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, что вам надо бы обратить внимание на это, да? Вот. Я думаю, что вам нужно обратить внимание на то, как бы, не теряете ли вы себя, вот, не теряете ли вы свою ценность как человек, да, как, ну, как вот мужчина, как личность, вот, нет ли здесь такого, что вы сами на себя выбиваете, вот. Потому что на какой-то момент мне так показалось. На какой-то момент мне показалось, что вы себя обесцениваете. Мне кажется, в первую очередь, вот что, ну, на что нужно обратить вам внимание, это на то, что вы пытаетесь вынимать позицию как бы над, вы пытаетесь занимать позицию над. Я не думаю, что это очень хорошая идея для отношений, что вы пытаетесь занимать позицию над, потому что таким образом вы являетесь, ну, как бы, не совсем самим
собой в этот момент. То есть вам же больно, да, у вас есть какие-то чувства, вам эта ситуация не совсем приятна, а вы как бы это вот немножечко так пытаетесь, ну, как бы скрыть, вы это пытаетесь как бы немножко игнорировать, что ли. Это, наверное, не совсем, ну, не совсем та позиция, которая отражает ваше, ну, условно говоря, эмоциональное состояние, да, это не совсем та позиция, которая является вашей. Это больше, как мне кажется, все-таки позиция, когда вы пытаетесь быть, а не, точнее, это когда вы пытаетесь казаться, а не быть, вот, и на мой взгляд, это довольно такой важный момент, потому что здесь вы, возможно, здесь вы склонны себя обманывать. Кроме того, эта позиция NAT предполагает, что вы можете, ну, от вас зависят очень многие вещи здесь. Мне кажется, что это не совсем правда. То есть мне кажется, что, ну, это не совсем так. Мне кажется, что девушка, ну, должна, наверное, сама что-то делать, да, девушка должна сама предпринимать какие-то действия, девушка должна сама, ну, условно говоря, да, девушка должна сама прикладывать какие-то усилия. Вот. Ну, для того, чтобы ситуация как-то менялась. А если она не определилась как бы с этим, да, если она там, например, не знает, до сих пор не знает, например, что ей делать, если девушка до сих пор не знает, как, с кем, допустим, ей быть и так далее, вот, то, наверное, в этом вы ей помочь сможете весьма вряд ли. И более того, ваши действия, они лишь, как бы, ну, они в какой-то степени приучают ее к тому, чтобы быть пассивным, потому что, ну, как бы, зачем что-то делать, условно, если есть вы. Вот. А для чего что-то делать, условно, если есть вы, да? Если есть вы, которые там все делают. Вот. Поэтому это очень, очень важный, как мне кажется, момент, на который вам нужно обратить внимание. То есть вы, такое ощущение, что теряете себя в этой
в этой ситуации вы такое ощущение, что забиваете на себя, вы забиваете на свои чувства, вы забиваете на свои эмоции, вы забиваете на свои переживания, вот какие-то, и вы как бы, вы не являетесь в общем, сами собой и искренним. Да, вы, может быть, хотите, безусловно, искренне хотите, как бы, девушке помочь, я понимаю, вот. Но вы, я бы сказал, в этом ограничены. Вы ограничены в этом, вот. И, к сожалению, как бы, это ограничение вами, на мой взгляд, как раз таки довольно тяжело переваривается. Вот, по моему мнению, опять же, как это вижу я. Да, я не претендую на истину, а вот сейчас я просто говорю о том, как мне это видится. Вот, я могу ошибаться, могу быть, в принципе, неправ в этой ситуации, в этой ситуации. Как бы это вполне логично, мне кажется. Вот. Значит, дальше. Следующее, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Значит, мне кажется, что вы девушку в какой-то степени воспринимаете, знаете, как, вот, как будто бы, это некий такой, предмет, который нужно хранить. Но девушка, она не такая. То есть, это личность в первую очередь. И мне кажется, что вы это знаете. Я не говорю о том, что вы этого не знаете, конечно. Вот. Я говорю лишь о том, что вот в рамках этой вот текущей ситуации, когда вы, условно говоря, боретесь там за нее, к примеру. Вот в этой ситуации, когда вы боретесь за нее, мне кажется, теряется вот этот вот элемент того, что она лично. Мне кажется, что теряется этот аспект того, что она самостоятельна, и что вы говорите, что вы ее принимаете любой, но в то же время вы хотите ей помогать. А помощь — это, к сожалению, такая история, когда вы как бы транслируете
такую мысль, что вообще-то без меня ты не справишься, вообще-то ты не самостоятельно, да? А я тебе вообще помогу. Вот. Потому что мне кажется, что ты справишься, только ты будешь с ним, а не со мной. Вот. Вот. Эта позиция меня напрягает. Вот. А также я, конечно, не могу не сказать о том, что определенные ваши потребности могут быть связаны с девушкой. То есть, ну, определенные моменты того, чего вам хочется, может быть связано с ней. Вот. И это в какой-то степени тоже достаточно такая тревожная, я бы сказал, история. Вот. Почему тревожная история, да? Потому что, ну, тревожная, именно тревожная история здесь, потому что вы становитесь, вы ставите в прямую зависимость, прямое следствие реализации своих желаний, например, там, ну, грубо говоря, поведение девушки, поведение другого человека. Вот. Это все-таки, как мне кажется, это несколько позиция такая зависимая. Вот. Поэтому я бы сказал, что вот чем вы можете девушке действительно помочь, да, это показать ей свои личные границы. Вот. То есть если вы более четко отграничите себя от нее, да, если вы не будете ей, вот как вы говорите, помогать, да, если вы будете действовать, ну, то только вот там, когда, например, она там сама вас об этом, допустим, попросит, да, или там, ну, как-то еще, например, вот. То есть вот эта вот позиция спасения, которую вы сейчас занимаете, да, вот эта позиция спасения, вот, мне кажется, что вы пытаетесь спасать девушку. Вот. Но это ничего хорошего, как мне кажется, не даст совершенно, потому что, повторюсь, это как бы кроме как развитие пассивности, кроме как развитие пассивности, это не дает больше ничего, к сожалению. Вот. И если вы хотите ей помочь, то мне кажется, действовать, ну, нужно немножко по-другому, более, может быть, по-взрослому, да, более зрело. То, что вы делаете сейчас, вот, может быть, это искренняя попытка ей помочь, но она достаточно, эта попытка достаточно вредна, может быть вредна, вот, для нее, вот, поэтому вам нужно определиться с тем, что вы к девушке чувствуете, любовь ли
и тогда вы применяете все, что может быть ей полезно, именно ей полезно, да? Или вы чувствуете к ней в какой-то степени привязанность, и тогда можно говорить про то, что любить вам пока что достаточно сложно, ну именно вот девушку, да, любить вам тяжело. Вот. Не потому, что вы не умеете, например, любить, да, а потому что, ну, вы вообще производите впечатление человека достаточно чувствительного, достаточно такого эмоционального, да, вот. Но, повторюсь, в этой ситуации, вот, вы рискуете быть такой же жертвой, как и она сама. И вот чтобы этого не случилось, чтобы вы не стали жертвой, вам необходимо отграничить себя. От нее. Вам необходимо отграничить. Вот. Если вы это сделаете, если вы сможете отграничить себя от нее, если вы позволите, условно говоря, девушке самой сталкиваться с с трудностями, да, если вы позволите девушке самой прийти к пониманию того, что у нее есть определенная проблема, у нее есть определенные, ну, трудности и так далее, то вот это будет весьма здорово для вас. Вот. Ну, пожалуй, это все, наверное, на данный момент, что я хотел бы вам сказать. Вот. Пожалуй. Больше, наверное, пока сказать мне нечего, потому что нужно больше информации, нужно поговорить с вами. Вот. Какие-то моменты вы описываете довольно-таки поверхностно, в том смысле, что просто говорите, что она мне сказала, и я там понял и принял, вот, и все. То есть, ну, тут явно есть подоплёка. Тут явно есть подоплёка, и мне кажется, что на неё нужно обратить внимание. Вам. И вообще быть повнимательнее и почестнее к себе. Мне кажется, что вы пытаетесь в рыцаря играть, но может быть и неплохо, что вы пытаетесь играть в рыцаря. Вот.
момент немножко в другом, что игра в рыцаря, она чревата тем, в том числе чревата тем, что партнер будет думать, что вы сильный, и вы не сможете с ним быть самим собой. Вы не сможете позволять себе быть уязвимым. Вы не сможете позволять себе ошибаться. Вы не сможете позволять себе чувствовать себя как-то. То есть, ну, условно говоря, там, чувствовать себя, ну, не так, как, например, вам бы хотелось бы, допустим, вот, там, может быть, вам будет довольно тяжело проявлять свои чувства, да, вы будете бояться, что вот, сейчас я, там, условно говоря, свои чувства проявлю, да, значит, она возьмет и подумает, что я слабый, вот, и решит там от меня уйти, ну, к примеру. Не обязательно, что это так прям будет все, но такой вариант все же есть, такая вероятность вполне присутствует. Вот. Поэтому я бы сказал, очень, очень важно вам в этом направлении поработать, да? Вот. Поработать и как-то вот для себя с этим разобраться, потому что пока что, мне кажется, вы привыкли бороться. Вот. А вот сможете ли вы жить, когда угрозы нет, и сможете ли вы жить без такой вот страсти? Ведь до сих пор это было что-то вроде страсти, у вас все началось, собственно, со страсти, как мне кажется. Вот. Что дальше? Что дальше будет? Это вот как раз тот момент, на который, возможно, у вас пока нет ответа. Вот, возможно, это тот момент, на который пока вы не знаете или не задумывали ответ, но не задумывались, как бы, над ответом. Но это важный аспект, важный элемент. Поэтому, пожалуйста, подумайте об этом. Вот. Пожалуйста, обратите на это внимание. Вот. Как мне кажется,
То, что я говорю, достаточно важно, но вы можете сами решать. Я вам желаю всего хорошего только, да, я надеюсь, что вместе с девушкой вы обратитесь на консультацию, да, где сможете разобрать все, что вас беспокоит и волнует. Вот, важно понять другое, что есть вещи, есть такое в жизни каждого, что нужно пройти самому. Вот. И мне кажется, что девушка ваша, она столкнулась как раз с этим. Она столкнулась с тем, что ей нужно пройти самой. Вот. За нее это не пройдет никто. Как бы этого нам не хотелось. И вам тоже не хотелось. Потому что по опыту своему я могу сказать, что многие люди не забывают какие-то вещи, остаются в каких-то состояниях, вот, внешне весьма негативных состояниях, вот, только потому, что боятся идти вперед, боятся идти дальше, потому что дальше неизвестно, что вообще будет, дальше непонятно, что будет, дальше неизвестность, дальше неопределенность. Вот, а в этом, хоть это и болезненно и тяжело, но это более-менее понятно. Всего вам самого доброго и удачи!